начинаем. Итак, Роман Харитонов, звезда киевского слалома, восходящая звезда киевского слалома, извини. Да-да-да-да, не буду закрывать наши судейские коллеги. Да давайте уже. Так, ну что ж, музычку. Сейчас сделаем. 3, 2, погнали. Ой. Блин, близко слишком. Да-да-да-да. Пожалуйста. Отличная музыка. 10 секунд подавай. 5 секунд. Спасибо, время. Аплодисменты нашему первому участнику второй группы. Это был Падаван. Он же Роман Харитонов. Следующим выступает Александр Сологуб. Еще один представитель столицы. Кстати, мочит неплохо. Да. Посмотрите, тем, что я первый раз видела, сейчас намного лучше. 15 секунд. Конечно, ведут не особо, но начинать. Отлично, 10 секунд. Отлично, ребята, спасибо, время. Блин, у меня камера расползает. Аплодисменты нашему второму участнику. И следующим у нас выступает Сергей Якуря, Донецк. Представитель этого прекрасного города. Время пошло. Серега, давай. Якуря. 15 секунд, Серега. Давай. Не сбивай. Да, да. Поддерживаем. Давай. У-у-у! 3 секунды. Спасибо, время. Аплодисменты. Ну что, Лен? Ну что, пригласим, что ли, Винницу? Мамонт катает? Что ли, заехали вы к нам? Максим Шило перед вами. Ой. Ой. Я не поняла, что он уже поехал. Так, 5 секунд осталось. Макс. 2, 1. Спасибо. Аплодисменты. Такая съемка, конечно. Вторая попытка. Отлично, вообще будет все. Близко, то слишком далеко. Сейчас будет выступать Роман Харитонов, который сегодня представляет бренд Just Wheels. К этому привело вчерашние посиделки вместе с Москвой и Питером в одном санатории. Но меньше пить. Да, по пьяни подписал контракт с компанией Just Wheels, сам того не желая. Ладно, время у тебя, Ромчу. Ой, подождите. Это вторая попытка.